привет! Привет! Салем! Сегодня мы снимаем реакцию на Хёнджин, Ёнджун, Ёнджи, Хисон, Уйон, Кари, на Хисон, простите, opening performance. Я не в курсе, что это там будет вообще совершенно. Да, с вами, как всегда, Амина, Аселя и Маржан. Да, мама, 2021. Начнем. С удовольствием. Раз, два, три. Так, кто у нас там? Карина? Карина ведущая. Там просто статуя какая-то. Громкость выше вам? Мне нормально. Человек, да, это? Мне кажется, это ведущая. Может быть. Наверное. Невеста кого-то. А, да. Это Лихёри? Лихёри! Ой, уже люди. Мама с людьми была. Она такая классная. А теперь люди пойдут. Красивая сцена. Наконец-то, да? Вау. Когда вы такие штуки, я сразу Евровизию вспоминаю. О, они сделали дополненную реальность, типа, да? Прикольно. Вот корейцы молодцы в этом плане. Вот это они умеют делать. Кто-то на сцене. Хёнджин, наверное. Стрикиз же самый старший из шестерых. А-а-а. Мне кажется, они будут по возрасту дебютом. Наверное. Угу, Хёнджин. Милого узнаю из тысячи. Любят они кроп-топы? Ну, как бы, я не против. Блондинчик еще в белом. Слушайте, так экраны классно сделали сзади. Он типа огонь. Вау, как круто. О май гад. Прикольно, что у него на лбу. Украшение красивое. Так, следующий. Я ставлю на Ёнджуна. Хотя по дебюту Уйон должен быть, да? Ёнджун, потом дальше Ёнджун, наверное. А, точно. Ёнджун, точно. Вау, вода! Сразу Fake Love вспоминается. А я сразу вспоминаю Аватар. Уф! Как круто экраны сзади, боже! Вау! Слушайте, вода как будто больше впечатляет, чем огонь, да, сзади? Вау! Ну, честно, я почти не смотрю на Ёнджуна. Ну, это такая вода здесь не текучая, а более такая мощная, которая типа цунами. Не, вообще мощная, да. Ёнджун молодец тоже. Девочка, да? Ух ты, так мило сделали, да? Вообще супер. Это вот дополнение. Нет? Но было цветочек. А ой. Чтоб они все вместе, если бы выступали. Да, но у них вместе, по-моему, не будет выступления. Жалко. А это интересно, там или это только для нас? О, музыка классная. Такое горячее, что-то латинское. Жизнь. Ой, у нее одежда такая красивая. Ага, четко смотрится. Вообще супер. Она главный танцор в группе, да? Да. Она очень красиво двигается. Вау. Я так люблю это движение, когда так ногу беру, так шо. Да. Это еще впервые как стамина, да, было? Да. Помню. Красота. Кто следующий? Хисын? Возможно. Да, Хисын. Ты знаешь Хисына, Селя? Он с Unhypen. А! The sound. Unhypen знаю. А, это звук.
Он, наверное, воздух и есть. Звук же, типа, через воздух. Колебания. Звуковые водные. Ух ты! Он умеет танцевать. Да, он же. Он танцует, да? Он асфальт. Он танцует офигенно и поет. И будет. Какой молодец. Кто остался? Карина. Карина и Уйон. А, да. Сейчас. Сейчас Карина. А, Уйон, да, сейчас? Сейчас. Да? Сейчас. Ага. Да, Bloom the Sound. Он продолжает тему Хвисына. Mm-hmm. Слушайте, так классно сделали вот это дополнение. Mm-hmm. Вообще супер. Красиво. Очень. Сережка. Уф, у него прям такой. Хип-хоп. Вау. Сразу стрит-дэнсы, да, всякие? О, слетелышь. Да, кстати. Чего у него такой коротенький танец? У всех коротенький. У всех так. Коротко очень. Да, мне кажется, у Юна особо коротко. Да, слишком. Но зато он улыбнулся, его показали вблизи так. А, ну да, ну да. Там, скорее всего, регламент по времени, он потратил это на улыбку, на танец. Мы рады всему. Да, мы рады всему. Ой, такая красивая. Уф, она такая самая боевая, мне кажется. Карина, мне кажется, боевая, самая такая реально. Блин, у нее такая одежда классная, обожаю ремни, куча ремней. Я не знала, что Карина танцор в группе. Ну, так, кто там? Мне кажется, все... О, а как она встала? Как она так волосы укладывает, что у нее такой пробор крутой? Вот она вот двигается, а у нее пробор остается. Я тоже так хочу. Вот сейчас бы все бы вышли сразу, и все бы что-нибудь замутили. Ну ладно, ничего, ошибка. Экзамен, окей. Не, вообще классное начало церемонии, мне очень понравилось. Четвертое поколение вообще рулят, все понравились мне. Супер. Да, молодцы, молодцы ребята.